Добрый день. Сегодня 7 августа 2021 год. День рождения Фаима Фатиховича. Значит, мои друзья решили мне сделать подарок и пригласили вот в этот магазин. Не для рекламы, это выборочно. Поехали в ЦУМ. Там возле ЦУМа как? Карган, да, магазин называется? Робинзон. Робинзон. Вот мой сын. Он закрыт. Но мне посоветовали, что, говорит, можешь заехать посмотреть магазин. Как называется? У Гаврилыча, да? Гаврилыча, да. Я в свое время смотрел эту передачу, где рекламировали тут рыболовные снасти. Вот. Потом, я помню, вот это вот показывали для жереха. Очень хорошие вещи, мне нравятся. Но вы, ребята, знаете, дядь Фаим, он человек капризный. Он работает по старой системе. Поэтому он возьмет то, что ему нравится. Значит, первое, на что хочу обратить внимание, ребята, крючки. Вы посмотрите, какое изобилие крючков, где он у тебя. Вот, это, можете сказать, реклама пошла, но для меня это не реклама. Вот эти вот крючки, которые я говорил в свое время, япошки такие, конечно, она может соответствовать, может нет, я про них ничего не скажу. Но я расскажу вам про вот эти крючки, смотрите. Вот 80 тенге 90, которыми я работаю, два крючка. Это Амур, Сазан, Фазан, Хазан, да? Вот что интересно, когда я узнал цену, я чуть не упал. Вот я сказал, мне дай тех и этих. Вот смотри, это, пожалуйста, открой вот этот один. Сейчас мы его проверим на... Как проверяются крючки? Рустамчик, это мой сын снимает, они живут. Подойди сюда, пожалуйста. Значит, смотрите, крючок вначале проверяется как? Иногда бывают крючки вот так гнешь, он уже руками гнется. Закалка стали, да? Это что такое закалка? Содержание углерода. Вот, смотрите, какой я даю, он пружинит. Значит, металл здесь вот такой, ребята. Это где-то 0,6-0,7-0,8% углерода. Это содержание его. Вы знаете, что такое сталь? Это углерод идет и железо. Значит, 0,7% идет углерода и остальное железо. Это по технологии металлов. Теперь самое главное, ребята, это не реклама, я всегда говорю. Помните, я тот раз взял вот эту вот пилу, как она называется, на батарейках-то, да? Я не знаю, чье это производство китайское. Мне понравилось, я его покупаю и вам показываю. Вот такие бревна пилит. Так это действительно без рекламы. Когда я покупаю на барахолке вот такую пачку, 7-8 штук, там по 500 тенге, по 600 тенге, это те же самые крючки. Я уже сказал, я проверил их. Но цена смешная, ребята. Вы знаете, сколько вот это стоит на базаре? 400 тенге, да? А здесь он стоит сколько? 80 чего, тенге? Вот это 10 штук, 80 тенге. А? От 60 тенге. От 60 тенге до 80 тенге. Ты представляешь, да? Я ему говорю, давай вот этих 10 штук и вот этих 10 штук. Это мои вот эти два. Мне хоть крючков вот так валом, да? Но эти я возьму, потому что ну, они соответствуют параметрам. Вот. И вот дай бог, если я на рыбалку поеду и поймаю на этот крючок, я вам покажу, что этот самый крючок. Давай без рекламы, да? Теперь смотрите, подойди, Рустам, ближе. Вот это алмазные. Это можно, конечно, на точистку взять и тоже. Значит, для чего это? Оно у вас тоже будет висеть где-то или как? Вот просто берете вот в этот надрез и пару раз провели вот так легонечко, без нажима. И он должен прилипать, понимаете, вот крючок должен вот так вот прилипать, то есть его острота. Потому что это расходный материал, если сильно затупился, его надо выбрасывать. Ну, а это вот брусочек, это можно ножичек подточить, и тут тоже есть канавка, где подправляются крючки. Вот, на крючки не жалейте. Теперь мне понравилось вот это для Амура. Резиночка великолепная вот эта. Вот эту вот резиночку я для Амура обязательно возьму, потому что, вы знаете, на моих невидимках идет 1,5 метра резинки, которой я режу баллоны, ну, я имею в виду камеры КамАЗа, а вот тут она готовая. Ну, через год, через два его можно поменять, она недорогая. Теперь посмотрите, ребята, вот эта шапка, которую я долго искал. О, мой сын на телефон заиграл.
Вот смотрите, сзади, видите? Значит, если моторки ехать, ветер такой сильный, смотрите, здесь закрывает от солнца, от всего. И главное, она, мне кажется, не очень дорогая. Цена, скажи его, какая? Это 3500, это 2500. Вот смотри, вторая, вот это мне понравилось больше, это я обязательно возьму. Вторая, это очень сильный должен быть этот самый, но он более тяжелее и закрывает, она и дешевле. Но это тоже так же вот закрывает со всех сторон, вот этот самый. Это 2,5, это 3,5. Значит, вот эту вещь вы меня, как говорится, заверните. А это для моря, ребята, для моря, потому что она, там солнце обильное, сильно бьет солнце, поэтому вот эта вещь для копчегая находка. Ты покажи вот эти крючки, почему они дешевые. Потому что они приходят вот в таком виде, они его фасуют. Поэтому получается, что когда вот так вот отсчитывает, 10 штук 80 копеек, это смешная цена, ребята. Я считаю, что вы просто зайдите, посмотрите, сами оцените. Берите вот так плоскогубчики, проверите еще раз восьмерочку, девяточку, десяточку, какую вам надо. Вот просто вот так вот проверяется. Смотрите, еще раз показываю. Вот так загибаешь. Вот смотри, она и не гнется, зараза. Вот, все. И жало. Все, больше ничего не надо. Ну что, 2-3 рыбалки, и можно его выкидывать в безопасное место. Так, теперь моя любимая вещь. Помните, я всегда с ножницами ходил? И боялся. Смотрите, если ножницы у тебя будут вот так вот висеть, значит, не дай бог, когда ты ходишь, особенно в моем возрасте, я через каждые 10 шагов спотыкаюсь. Не дай бог, ты упадешь в воду. Так что получится, эти ножницы, они просто-напросто могут и вот так же попасть, и ты сам наткнешься. А тут посмотрите, что делается, ребята. Вот здесь вот есть отверстие маленькое, посмотрите. Вот маленькое отверстие. Если ты сюда в ножницы руки поставишь, она мешать не будет, эта ножница. Просто-напросто, элементарно берешь вот так, раскрываешь ее. Смотри, какие ножницы получаются. Смотрите, веревочка эта, можно потолще поставить, но это кевларовая нить. Вот, и, пожалуйста, амурчики, ну и все, что вы хотите. Ножницы обязательно должны быть, особенно на лодке, когда едешь. Потому что, не дай бог, там где-то что-то зацепилось или что-то. У вас всегда вот здесь должен быть ножичек или ножницы. Это насчет груза. Подойди сюда поближе, смотри. Вот это груз для течения. Что мне понравилось? Она имеет цвет камня, да? Я же, помните, делал свой груз, делал речной камень, надрезы, а тут они уже готовые. Единственное, что может пугать рыбы, это запах. Но запах можно потереть об болотные вот эти вот глину туда-сюда. И поэтому все размеры есть, да? Ой, веса. Есть, потому что у нас собственное производство, мы сами производим. Вы сами его делаете, а где вы льете так? У нас производство, у нас немецкие формы. Ну, ничего вот себе. Стенд. А? Стенд, вот он, полностью весь ассортимент. И сколько вот этот один груз стоит? Крашеный 760, где 320 грамм. 320 грамм, а если 100-граммовый? 100-граммовый есть? Вот, все есть. Ну-ка. 100 грамм, 101,7 грамма, точный вес в скобках, 170 тенге. Ну, грузила примерно соответствует базарным этим, но то, что они аккуратно его сделали и красят его под дно, это уже большое дело. Поэтому я сильно по грузам не буду говорить, потому что, ребята, вы знаете, груз я всегда делаю такой, самодельный. Мы все показали мое, что я купил, да? Ребята, ребята, смотрите. Вот этот шнур я могу не рекламировать даже, да, но взяв в руки вот эту катушку, я могу вам сказать, посмотрите, это 0,4, да? 405 миллиметров. 405 миллиметров. Расскажи, пожалуйста, это чье производство и кто сделан и цена его? Производство Китая, этот поставщик, он для Европы чаще всего делает. Мы долго выходили, он в продаже только у нас, эта фирма, леска, плетенка. Качество очень хорошее.
Цена очень дешевая. Ребята, насчет качества я не сомневаюсь. Все вот эти нити, кевларовые, я имею в виду такие, они всегда хорошо выдерживают. Но если вы хотите поймать амура, значит, основной леской пусть будет являться вот это. Но дополнительно к нему на конце я привязываю лесочку, очень крепкую, хорошую леску, потому что амур не любит вот эти вот ниточки. Он любит, чтобы поводок вот так стоял, не закрутился. Очень много таких вот совпадений. Но вот эта вот леска, я вам скажу, по цене и по качеству она меня удовлетворяет. Поэтому я вам еще раз говорю, я, может быть, с одной стороны делаю рекламу, да, но с другой стороны, я случайно попав сюда, скажу, что вот эта леска для меня очень нужна. Я 50 метров отмотаю от него на один закет амуре и на второй. 100 метров, да, здесь? Да. Ну, вот так эту тоже я беру. Вот, ребята, заключительный, вот этот садок. Я взял один садок. Вот это диаметр какой садка? Это 2 метра длиной, 40 сантиметров. Вы знаете, диаметр. Вот здесь я смотрю, сдвоенно сделана леска. Это очень прочная. Но я купил тебе какой? 45 на 2,5. Я какой купил? Ну-ка покажи мою. Во-во-во. Это вообще шедевр. Я их на барахолке не видел, ребята. Это супер прочные. Здесь и амур, и сазан будут чувствовать себя как дома. Все, закрывай, спасибо. И цена хорошая, и все. И для своих штырей я взял вот эту, хотя у меня их полно. Все, вот что необходимо дядь Фаиму.